Здравствуйте, меня зовут Глеб Богданович, я учусь в 6 классе и мне 11 лет. У меня есть много разных увлечений, например, я занимаюсь спортом, футболом, еще умею на всем почти кататься, но если не умею, могу научиться. У меня есть работы в театре, за моими плечами почти 100 спектаклей. Например, вы меня сейчас можете видеть в спектакле «Кентервильское привидение», который проходит в театре на Малой Бронной. Еще я снимался в кино в эпизодических ролях, например, в «Последнем богатыре. Корень зла» и в фильме «Лед 2». В общем, до встречи на съемочной площадке!